Я использую вот эту колоду «Золотой Таро». Что даст судьба, какие возможности предоставит, от чего убережет, что к вам идет, а вы этого еще не знаете, что к вам идет. Сейчас узнаем все. Идут деньги, во-первых, двойные деньги, больше, чем вы даже рассчитывали. Ведь идут двойные деньги. А, двойные карты. И тоже эта карта говорит, что нужно открыть глаза, нужно не сидеть. Не сидите, не ждите. Откройте глаза, начните двигаться дальше. Не сидите, не ждите, потому что промедление здесь плохо. Вот видите, активность. Это не только денежная, это энергетическая активность, двойка пентаклей. А двойка меча говорит, не сидите, не ждите, потому что так можно и замерзнуть. Двойка жезлов – это карта яркая, действенная, победная, успешная, но двойка меча – это карта как замерзли вы, как будто снежная королева, да? Потому что ждете у моря погоды. Не ждите, активно будьте. Здесь карта Луна. Видите, Луна, ну, на карте есть Луна, я имею в виду. А Луна – это всегда символ перемен. Так что у вас будут перемены. Здесь у нас королева Пентаклей. Вот два источника дохода. Успешные купли, продажи. Денежка прибывает, денежек достаточно, нечего, не за что переживать, не за что переживать совершенно. Но, тем не менее, есть у вас волнение. Вы переживаете, вы волнуетесь, вы отбиваетесь от каких-то врагов. Я бы не сказала, что это мнимые враги. Их же палки видны, да? Это палки – это энергия борьбы, это энергия агрессии, потому что палка, она концом в вашу сторону, да? У вас есть вот каких-то шесть врагов, которые вот, ну, ниже вас по сознанию, ниже вас по, знаете, развитию, как говорится, да, не обращайте на них никакого внимания, потому что они ниже вас. И вы в выигрышном положении. Вы можете видеть врагов, вы можете с ними легко справляться. Это могут быть враги, как и дома, в семье, там, со стороны мужа или с вашей стороны. Да, враги в доме очень часто бывают, потому что часто те люди, которые ближе всего к нам, они чувствуют, что они могут нами управлять, да. Но они якобы от любви это делают. Но это не, но понимаете, даже если от большой любви вам мешают идти по своей дороге, мы понимаем, мы как бы appreciate, мы оцениваем их желание нам помочь, так как они, насколько они видят жизнь, насколько понимают жизнь. Но настолько, насколько они понимают жизнь, это не значит, что жизнь такая. Это их понятие. Поэтому это или дома, или это на работе могут быть враги. Это такие, знаете, сотрудники, которые думают, что если они вам сделают плохо, вас оговорят или что-то, ну, сплетни или еще какая-то гадость, то им от этого будет лучше. Но это просто неосознанные люди, просто дураки. Не обращайте на них внимания вообще никакого, потому что вы выше их. Вы выигрыша. Вы выигрыша. Вот. Но это, видите, здесь энергия, конечно, борьбы, такой дискуссии, горячей дискуссии, но вы выиграете. И еще у нас есть карта императрицы. Это удобное положение. Социальное удобное положение, в семье удобное положение, на работе. Это когда у вас все хорошо, и когда вы делаете все правильно. Вы идете в правильном направлении, это любовь. Если, например, вы с кем-то поссорились, да, и на ножах, можно сказать, с домашними. Многие из нас с домашними на ножах. К сожалению, особенно сейчас мир разделился, это вы знаете. То здесь... Вы в выигрышном положении, не волнуйтесь об этих людях. Но если они другого мнения, их на свою сторону не перетянешь, а дискуссии вести с ними нет смысла никакого, никакого совершенно, что они вас не слышат. Идите своей дорогой, занимайтесь своими делами, приумножайте радости, приумножайте успех, приумножайте красоту. Вот в таком раскладе, конечно, императрица – это омоложение организма, это счастье, это здоровье, это прекрасное... Оно прекрасное положение, когда у вас все хорошо. Императрица имеет прекрасные отношения дома, у вас есть денежка, у вас есть любовь. Здесь можно встретить любимого, примириться. Здесь можно найти очень денежную работу, быть такой королевой Пентаклей. И все будет так, как вы хотите. Все будет, все идет по плану. Все идет по плану, где Вселенная вас поддерживает и видит вашу красоту внешнюю и внутреннюю. И делает все, чтобы у вас было хорошо. Ну что, мои дорогие, смотрите, это вы. Это вы.
красивая, умная, счастливая. Ну, или если мужчина, так тоже можно сказать. И у вас будет все хорошо. У вас будет просто все замечательно. Но вокруг вас вы должны понимать, что вот вокруг вас все не так хорошо. Сейчас не так хорошо. И вы знаете, что не так хорошо. Но у вас лично все хорошо. Понимаете, да? Вот, вот, ну, за что купила, как говорится, за то и продала. Так расклад показывает. Так что не сомневайтесь в вашем успехе. Все будет замечательно.